Оренбургская коммунальная теплоснабжающая компания сообщает, уведомления, разосланные в ноябре через систему «Город», недействительны. Причиной ошибки стал сбой в системе при распечатке документов. Результат – некорректные суммы. Тепловики приносят свои извинения абонентам и обещают уже в ближайшее время все исправить. По всем вопросам можно обращаться по номеру телефона, указанному на экране. Просчет тепловиков в случае не единичный. В шок повергли горожан и счета за электроэнергию. За разъяснением завышенных сумм в квитанциях горожане вынуждены обращаться в энергосбыт, где зачастую получают объяснение об ошибочных показаниях счетчиков. Вместе с тем администрация города Оренбурга создала комиссию, которая будет контролировать правильность начисления платы за услуги ЖКХ. Откуда берутся цифры в наших платежках? Вопрос для оренбуржцев насущный. Администрация города дала указание всем управляющим компаниям. Теперь специалисты должны объяснять людям, за что они платят деньги. В свою очередь, сами жители города не должны откладывать оплату за услуги на потом и не копить долги за коммуналку. Специально для неплательщиков управляющая компания «Оренбургская» до Нового года проводит акцию. В Новый год без долгов. Оплатить услуги с 1 декабря по 28 можно. Можно будет без пени. В противном случае коммунальщики пообещали пойти на крайние меры. Через крышу специальное оборудование такое есть, которое будет опускаться в канализационный отвод. Оно находит отвод квартиры и полностью его закупоривает. И слива из квартиры не будет. Мы живем с вами в городе. Если, сами понимаете, если в квартире нет водоотведения, то это возникают колоссальные проблемы. И человек просто вынужден будет заплатить.